Креативное развитие Чувашии обсуждали сегодня на сессии, которая прошла в рамках Чебоксарского экономического форума. Главная ценность – люди. Образование и культура как основа нестандартного мышления. Развитие как игра. Экспертами выступили основатели крупных компаний, известные бизнес-тренеры и предприниматели. Подробности далее. Главный двигатель экономики в наши дни – это креативность, которая позволяет генерировать идеи. Главная ценность – люди, которые могут воплотить их, считают эксперты. Сегодня одна из задач стратегической сессии по креативному развитию экономики Чувашии, наверное, собрать людей здесь, у которых есть эти идеи, скоординировать их, познакомить, может быть, переопылить для того, чтобы вполне возможно могут появиться какие-то коллаборации, какие-то совместные, может быть, даже проекты. Для развития креативных индустрий самое важное – это люди. Они, креативные индустрии базируются на людях, для людей и делаются силами людей, поэтому если нет людей, без них невозможно ничего сделать. А вторая составляющая – это инициатива. Соответственно, если есть инициатива, если есть какие-то проекты, идущие снизу, это все полетит и будет работать. Одна из задач нашей сессии – как раз выявить такие проекты, оформить их и получить поддержку как внутри сообщества, так и от региона. Мария Гришина занимается продвижением туризма в Чувашии. На встречу пришла с предложением создать модель взаимовыгодного сотрудничества с клиентами. Это будет у нас платформа туристская, которая будет объединять в себе достаточно большое количество блоков. И для туриста, то есть он может сам выбрать себе маршрут в зависимости от того, там, с детьми он едет, здоровье поправить и так далее. Это все, возможно, будет очень гибко настроить систему лояльности. То есть если он оставляет свой отзыв, ему начисляется кэшбэк, и, соответственно, он этим кэшбэком может оплачивать билеты, например, в музей, на экскурсию, даже скидки на путешествия по Волге, да, на теплоходике. Так далее. Такие встречи позволяют найти решение многих проблем, считают участники. Лучшие предложения получат билет в будущее.